отлететь в прилив сил. Кто Сейчас я скажу выживет? все восплы. Так вот, надо дожить до этого момента. Давай, адмирал, линкуй. Я достал 100 сплов, сейчас посмотрю, какие к нему принадлежат. Кто? Нет, я имею в виду то, что диапазон я выбрал на 100 сплов, сейчас посмотрим все. Сейчас, подождите, я релогаюсь, у меня грузится. 100 сплов или 100 сплов? 100. Я просто взял диапазон в радиусе 100 сплов и сейчас сижу, сейчас посмотрю. Надо, короче, спел, который вешается на людей, чтобы в вуду записать. Метка, как называется? Тут из нас я прочитал, нет? Реликвия друид страж, вот не то. Чё, бафы дал? Здесь 15. Сейчас забираю босса, будет стоять там, где он стоит. Все остальные, никто ничего не бьет, просто распределились по всей комнате. Попытайтесь побить его, ну, по максимуму рейндж друг от друга взяли. Этот, попытайтесь побить его, когда будет прилив. Я сделал 15, прописал. Ты что, саппорт или надо выпить? Что? Я в саппорт. Даю проверку. Тут чердейские вспышки в землю падают. Что-то близко стоит. Да, если вы видите под собой какую-нибудь хуйню, выбегайте. Все, поехали. Логично. Торпа близко. Локи близко, близко. А что там типа бьем? Меня только подхилить, не забудьте. На мне дебаф, тяжкий удар. Джумен, ты 15 метров отмери, ты рулетку. Тяжкий удар, второй стак. Кават, иди за дерибас. Кават, иди забить. Перед дерибаном встать. Шадейский закрыт. О, я в соло стою. Чердейская восприимчивость, вон. На 15 метров разбегитесь вдруг. А что за шарик идет? Воу. За персонаж. Воу! Что происходит? Получаемый урон от взрыва увеличен на 200%. У него за раздавак шарик идет. У него 23 спыла. Агро танка! Блять, это Дизрон сказал 4 спыла там, блядь. Опять лучи какие-то. Радейский знак. Тихо, дождевается. Все, тихо-тихо, смотрим урон. О, прилип пошел. Как урон увеличен или нет? Да ни хрена не могу подойти. Лучи разрывать нужно или что? Удалять? Во-во-во-во, пошел! Смотри, а сверка ничего не делает, если к ней подходить. Ну, был луч от сверки этой. Ну, не да, бежит, я так понял, анкил отошел и луч пропал, ну как бы разорвался. Ну что, Нелик, сильно урон проходит? Хороший, дотки по 10, по 15, по 19. Так хп не отнимается, что вы. Да он один бьет его. А что вы упали-то? Вон Редвард точит тоже. Понимаю. Знаешь, сколько ближний удар мне атака ближнего боя нанесла урона? 71 тысяч. Может, надо сферы к боссу? Он меня ваншотнул просто. Чародейская пушка. Слышь, сферы к боссу. Получаемый, вон там, блин, баф на нем был. Получаемый урон увеличен на сколько там? На 50%, вот меня она убила. Отнимает хорошо. Разбездно устремляется к ближайшему тигелю. Я достал абсолютно все спылы резьки. Находясь в этом состоянии, он не может перемещаться, но не может атаковать. Получаемый урон увеличен на 50%. Чародейская пушка активирует встроенное вооружение, поражая противника выстрелом чародейской пушки, нанося 40 тысяч урона от тайной магии, повышает урон, получаемый целью от тайной магии на 50%. Суммируется до 10 раз. То есть он на 500% увеличивает урон от тайной магии, при этом еще по 40 кахи. Ну вот все спелы. Читаем. Короче, ладно, на сегодня все. Это давай еще раз попробуем. А толку, если я даже вообще не... Да я вот сейчас понимаю. Просто шотну. Хотя мы побегаем от этих сфер, посмотрим. Вот давайте, все... давайте мы пойдем, а этот... Ох, сейчас просто люди взорвали эти сферы. Там две или три сферы просто взорвалось и поубивало. Подожди, для начала, чтобы идти на этого босса,
я должен знать спылы босса, во-первых, да? Во-вторых, я должен понимать, как эти спылы работают и как их можно эвейдить. А то, что мы сейчас будем сидеть тут, грубо говоря, ну, думать что-то, это ни хера не поможет. Надо сначала спылы почитать, блядь, и примерно понять, как эти спылы друг с другом работают и что тут можно этот предпринять делать. Лёв, давай в следующий раз придем это, у силки в хп, там максимум хп и хилов. Следующий раз будет завтра, Лёва. Чё? Следующий раз будет завтра. Ну вот завтра, давай побольше хп, побольше хилов. У меня влетело 51.5к, так что твои усилки в хп ничего не дадут. Завтра давай рейд идет на робота, и потом вечерний рейд идет на робота. Так. Полину он 36 сложил, а у меня 51.500. А ЕП срез когда? Что надо? ЕП срез, а то не было? ЕП сейчас начислится, а потом срежется, чтобы вы были наравне с Деварейдом. Это на бабе тебе 50 прилетело или здесь? Здесь. Вот сейчас. Ну, а на бабе-то там такое не прилетает. Кто тут есть? Кто может? Фарада начислить. Это... Лёх, ты сколько ДВшникам начислял? 1.5. А, Миш, 1.5 с шамана на мага скинь? Кто хочет зарабатывать вдвойне, кто хочет зарабатывать вдвойне, приходите в ДВ-рейды и сюда. Совочки, там, там вообще весело. Этот, кикни, пожалуйста, офнутого в 8-й пати ДК моего, чтобы я второй раз на него не получал. Хотя ладно, Миш, можешь просто начислить, сейчас только срез не делай. Я на мага перекину. Кто-то там с ассистов кикните, кислый кикни, 8-й пати ДК уфнутый. А во сколько ДВ рейд по МСК? 12. Лёха, я тебе скинул файлик, загрузишь ДБМ, посмотришь. Что робота, что сало. Сиди, думай. Что можешь сразу сделать? Блять, эти хуя там спылов этих нахуй. Библию проще выучить, чем эту хуйню. Это сал? Усала. Сука, я скорее Библию цитировать начну, чем эту хуйню. Чего? ЕП далее, Фарада, срез будешь делать или у тебя нет прав? Лёха сделает. Сейчас я сам, только попозже, когда... Пойду немножко на улицу, тебе же воздухом подышать. На X10 не было у КГР, да? У Сала порядка 40 спылов, у робота 20. Нормально. Было ЗС, КГ. И они не убивали его? Убивали, почему? Так, в принципе, где-то должна же быть тактика на форуме или не? Там другое все было. Там другое.